оскорблении человека убить можно, тогда никто не будет оскорблять. Вы знаете, в романе Вальтер Скотта «Руброй» есть такое место, где пишется, что горцы шотландские были очень вежливы друг к другу, потому что у каждого на боку висел палаш, и каждый знал, что за неловкое слово надо будет драться до крови. И вот здесь человек должен решать, если он готов драться за это, он идет, скажем, ну, как раньше, там, бросали перчатку, вызывали на дуэль. Если считает, что того не стоит, ну, не надо. Вообще, я считаю, что оскорблять не надо. И я считаю, что честь человека – это больше, чем его жизнь.